забыть тот случай не могу. Стоит малыш в подъезде, стоит и тянется к звонку, и топчется на месте. Тут взялся я помочь ему и говорю: давай нажму. Ну сколько раз? И он сказал: нажмите 5. И я нажал. Я позвонил 5 раз подряд, а он попятился назад. Ну хватит, дяденька, бежим. Он из подъезда, я за ним.